добрый день, уважаемые гости. Я очень рада видеть вас всех здесь, в арт-центре Марка Шагала. Сегодня 7 июля 2023 года. День, когда мы отмечаем 136-ю годовщину со дня рождения Марка Шагала. Я очень рада, что вы пришли сегодня разделить с нами этот исторический момент, момент поступления в музей части библиотеки Марка Шагала из Сен-Поль-де-Ванса, которые любезно подарили нам музей и город Витебск, внучки и наследницы художника Мерет и Белла Мейер. Надо сказать, что сердце каждого музея и гордость каждого музея – это его коллекция. И, конечно, особая наша гордость, гордость нашего музея, работы, к которым мы относимся с большим пиететом, это те работы, те вещи, которые поступили в музей от наследников художников.